Мои краткие впечатления о лыжах Fisher S-Bound 112. Вышел я на них второй раз. Сейчас прошелся по разным покрытиям. И по насту, по реке, и в лесу тропил. Могу точно сказать, что лыжи отлично подходят для туристических прогулок, так как проходимые. Насечка фишеровская фирменная Off-Track Crown работает, держит отлично, отдачи нету, лыжа назад не скатывается, даже на достаточно пологих крутых подъемах. Я очень доволен, лыжи отличные. Проходят стальные канты, вот видно. Видно структуру насечки. Она как бы чешуеобразная. Лыжи очень классные. Если кто хочет гулять, то такие лыжи будут отличным вариантом. Я нахожусь в Ямало-Ненецком автономном округе, и со скольжением пока проблемы. У нас холода, и снег имеет шершавую структуру, и со спусков, конечно, нет бешеного разгона. Легкое торможение. У друга такие же лыжи на Урале, и там со скольжением у него все в порядке, лыжи очень хорошо скользят. Крепление Ротефелла Бэккантри мануал. Ботинки у меня Бэккантри от Матшус. Название, к сожалению, я не выговорю модели. Но они у них одни ботиночки такие. Они показались мне лучше, чем фишеровские за те же деньги. Поэтому я выбрал их.